да, про сторис, что мы всегда со всеми там на связи, там, 5 или 10 стаканчиков, телефон, там, передаем привет Владивостоку, Хабаровску, Украине, Екатеринбургу, там, и так далее. Придумайте всегда какую-то креативную фишку, придумывайте какой-то интересный посыл, придумывайте смешной месседж, либо наоборот. Мы прервались на твоем медиаплане. Соответственно, у тебя есть цель на полгода. Ты ее разбиваешь и понимаешь, что тебе за полгода нужно получить определенный результат. Такое-то количество клиентов, такое-то количество партнеров. И ты понимаешь, что для этого ты проводишь, физически ты можешь провести энное количество встреч реальных, энное количество звонков, энное количество информации в сети, в Инстаграме. Ты подготавливаешь фото, материал для этого. И не такое вот, знаешь, стихийно, как получилось, а прям либо информационно. Опять выбирая, какой у тебя личный блог, коммерческий, да. Затем сторисы пишешь, да, на эту историю. И там ко времени X все эти инструменты будут работать на тебя, как одна большая машина. Помните, в самом начале я вам показывала, да? Ты говоришь, тебя слушают, читают и видят. Поэтому люди разные, визуалы, аудиалы, поэтому работайте над этим. И это очень круто, отнеситесь к этому как к бизнесовому инструменту. Соответственно, не забывайте о том, что не уходите в одну только тему того, чтобы наработать клиентов, наработать партнеров. Не забывайте о том, что у вас за спиной идет ваша команда. Да? И, соответственно, в вашем бизнес-плане, в вашей цели на полгода должна быть еще и целая ячейка времени работы для вашей команды, которая уже поверила в вас. Очень часто люди в погоне за достижением цели забывают о том, что есть ресурс уже сейчас здесь людей, которые в них верят и которые за ними идут. И их точно так же нужно развивать, заниматься, обучать, уделять им время, за ручку подержать, где-то кофе попить, потому что эти люди вас могут очень сильно, приятно удивить. И это такая достаточно очень ответственная позиция лидера. Да? Лидер – это не тот человек, который может взять все на себя и решать вопросы. Ну, не знаю, насколько физически хватит. Лидер – это тот человек, который может вести за собой команду. Поэтому я вам желаю быть настоящими лидерами. И вчера мы обсуждали на самом деле команду, мы обсуждали задачи сегодняшнего тренинга, мы обсуждали задачи работы над имиджем команды семьи Войновых. Я вам хочу сказать, что я сегодня была очень приятно удивлена тому, что команда очень ресурсная, команда очень сильная, команда... вот просто, знаете, колоссально. Поэтому я вам желаю удачи, процветания, достижения вашей цели. И надеюсь, что сейчас у вас уже немножко родилось личное позиционирование, которое вы сможете записать. Вера. Да. А для тех, кому старше 18. Для тех, кому старше 18, я хочу показать. Валь, можно там уже на паузу поставить? Как это? Перчинка осталась, да? Я хочу.